И прямо сейчас на связи с нашей студией остров Крит и наша соотечественница, которая там живет, Мария Петрова. Узнаем, как там обстановка и ждут ли россиян. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, приятно видеть Грецию, заражаться ее солнечной энергией, ощущать остров Крит в нашем эфире, хоть его небольшую часть, но все-таки ощущать. А как сейчас у вас там обстановка? Расскажите, пожалуйста. У нас, в общем, все хорошо. Туристы есть, но поскольку приехали туристы, на Крите вообще практически не было у нас случаев коронавируса, буквально чуть больше, чем пальцы двух рук. Потом приехали, и, конечно же, началось, привезли, и стали вот ужесточать меры потихоньку. Вот буквально с понедельника ввели масочный режим. То есть раньше мы носили маски только в магазинах, где-то в помещениях, в салонах красоты. Теперь маски надо носить на улицах. Даже на улицах? То есть и в парках тоже в масках? Ну, мы вот вчера ходили на пляж, никаких там масок нет, конечно. На улицах далеко не все надевают маски, тем более, ну, в основном это туристы надевают маски, а греков заставить надеть маску очень тяжело. Не все, далеко не все. Ну, штраф 150 евро, я не знаю. Ну, это совсем не маленькая сумма, особенно если учитывать, что туристов в этом году почти не было. Кстати, как вы выживали без туристов? Очень тяжело и очень было странно. Во-первых, сезон, у нас два времени года, сезон и не сезон на Крите. И обычно это все начинается с заезда туристов, потихоньку все раскачивается с 1 апреля. А 1 апреля мы еще сидели дома, закрытые. И вот было очень странно видеть, когда уже жарко, июнь, а все равно еще закрыто. У нас это все выглядит как город-зомби или город из фильма «Я легенда». Ты идешь один, и все кругом жалюзи, заклеенные окна. Вот так вот выглядел Крит без туристов. Все было очень печально и было очень непривычно. И такое, как будто ты, ну, действительно в фильме каком-то сюрреалистическом находишься. Вот. Но потом туристы поехали с июля. И стало нам счастье немножко. Я даже немного слышала русскую речь, потому что сюда можно было ехать странам Прибалтики. Вот, но, к сожалению, им тоже запретили, поэтому если сейчас здесь отдыхают русские, то это те, кто живут в Европе. Наши очень тяжело, потому что Крит практически на 80% экономика – это именно туризм. Все работают вот в отелях, в ресторанах, продают путевки. И даже сейчас, когда есть немного туристов, ну, некоторые проседают с фирмы. Ну а как вы будете встречать туристов и насколько высокими будут цены, если я вдруг решу в отпуск отправиться в Грецию, а не в ту же Турцию? Мария? Конечно, но Греция всегда была дороже Турции. Вообще, я вот здесь хожу сама, как прикидываясь туристом, цены, в принципе, не изменились ни в кафе, ни где-то, ни в ресторанах. Другое дело, что евро очень сильно вырос. Если это было раньше 70 рублей, то теперь 90, разница существенная. А так, на путевки, если честно, я не знаю, и на билеты, сколько будут цены. Но вот здесь, в Греции, никто ничего не повышает специально, даже наоборот. Люди рады тому, что у них покупают, тому, что у них едят. И греки всегда были щедры на подарки. То есть, если вы пришли в таверну, то всегда после окончания трапезы вам дадут какой-то комплимент. Ну что ж, Мария, спасибо вам за эту теплую солнечную беседу и за кусочек Греции в эфире. Всего доброго. И вам спасибо. До свидания.